Давай тягайся. Теймос, дашь волшебный поток? Аллергист. Гнев. Мошка, ты зашел? Да. Ну, протопал и покажешь без предупреждения. Писал, что я курю. Бля, Олег, мне в АДК спекать все это все. Да. Есть попал? Да. Уже вроде пришел. И да. А, после трэша спека. Пушите по колебу. Никто не смеет входить в обитель господина. Напишите, РК, на кого вы рулите. На день раздали. Простой столик. Паладины, поставьте фрост ауру еще. Ауру защиты от ледяной магии. Пуля на вылет пришел. Ты сейчас убежишь в противоположную сторону от БДК. Слышишь? Уже беги. Беги. А, в принципе, да. Он же ж не танчил нас. Отдал чешку. Шипы сейчас будут. Вольемся в них. Давайте все шипы в центре. Давай сакру, лимушка. Сейчас еще они повторно шипы будут. Опять шипы. Опять в центре. Уже выходим. Три хила в рейде.
Сейчас опять будут шипы. Сзади два шипа, хилы. Быстро разбить, РДД, милики, быстро. Кружок, ром. Отлично. Опять шипы. Опять хилы. На РДД с меткостью. Кольцо на милика с меткостью. Штаны на танка. На офспек. Что на распыл у меня синчан? Посмотрите на свои руки, задумайтесь. Так, у нас тут 4 паладина. Сливаем капли. Лань жертвенности с пула на игроков. По КД до боя. Время боя до конца боя. Помогаем себе контролить писты эфир, ури, кефир, шаманы, жабку. Сейчас все отменяем магию от сопротивления темной магии. Отменяйте все приста балута и убирайте ауру от тьмы. ДК, прожимайте с пула АМС. Так, слева будет РДД бить, не, слева милики, справа РДД. Лимошка, ты знаешь, как танчить на гере? Трэш. Справа будешь танчить трэш на первой фазе. На второй фазе, сам смотри, откуда трэш появляется. Тоже каплю обновляй с пула на кого-то. Так, у нас на пула мало будет, ханта нет, один рок. Дэма, спекайся, танка, потанчишь слева трэш и вторую фазу тоже. Хотя не надо. Делайн, ты... Не, нет? Оставайся, я забыл, что у нас один АДК. Ты в АДК, а Делайн в БДК. Вав для шипа будет. Делайн, спекайся. На второй фазе на пул первый на гелда. Не дает сопротивление эфиру приступку. Да, уберите ауру защиты от темной магии, я ж попросил. Убейте трэш. Паладин, кто там не убрал ауру от тьмы? Гефест или кто там от уголы, убирайте. Убейте трэш. Служи выходить. Справа трэш не добит. Смотрим контроль. Одна секунда. Готовимся все контролить. Бля, а нахера вы били в контроле человека? Ничем на экист. Вы нормальные? Тупые бараны. Бейте трэш. Сейчас время трэша будет контроль.
Никакого АОЕ дамага во время контроля. Проклятие снимаем. Расконтролили луну. АОЕ дамагом никто не бьет. Слабенький ДПС наш в рейде. Поэтому нужно по тактике хорошо играть. Стопайте по леди. Стоп по леди и бьем трэш. Третий трэш, потом переводим буса. Смотрим, сейчас будет контроль. Справа трэш добить. Расконтролили людей. Квадрат в контроль, трусы в контроль, луну в контроль, на пула сейчас нет. Никакого АОЕ дамага. Так, все переключились в трэш, никакого АОЕ дамага, играем в трэш. Все в трэш сыграли. Присты, помогайте эфире. Где эфиры? Я не видел ваш эфиры. КД, каждый эфир. Я же не только тебе говорю. Вышли от духов, пробежали 5 метров. Давайте на пуле. Лень, на пулевой на делайн. Сейчас будет контроль. Стопаем АОЕ дамаг. Стопаем АОЕ дамаг. Луну законтролили. Законтролил квадрат. Луну контрольте. Фир дала луне. Так, все в трэш сыграли и отошли от духов. Отошли от духов. Делайн, сбивай косты. По тебе стрела проходит. Отбежали сейчас от духов, появятся духи. Отбежали от духов. Перед леди два духа. Так, давайте. Все присты гимном, но все тотемы ставим, шаманы. Расконтролили квадрат, луну, быстрее. Отбежали от духов. Отбежали от духов, вышли с лужи. На пульте на гелда теперь. Опять духи. И все в трэш. Отбежали от духов, играем в трэш. Вышли с лужи. Контроль 5 секунд. Опять духи. Вышли с духами. Вышли. Мини-зон идет дух. Готовимся контролить людей. Так, квадрат законтролил. Остальное контролем. Никакого я дамага. От духов отошли. А, хейте звезду, мне Макс сбил каст. Вышли с лужи. На пулте на делайна теперь. Вышли из-под духов. Сыграли в последний трэш. Опять духи, отошли от духов. Давайте, расконтролили людей. О, смотрите, тех, кого законтролило, остались большими. Ёбаный рот. Блин, это под ростом и под пиром великана, и под эликсиром будет очень большой человек. На оф перчатки бисовы на холи пала. Кольцо на оф. Вторые на холика не нужны перчатки. Уступаю Йорксилю. Зачем ролить, если уступаешь? Я думал, если уже никто не ролит, так я забиваю. Передай ему. Скажешь, когда передашь. Пошла не холипалом. Холипаловский шмот ненужный.
Заходи ретриком. Просто еще не надо, это 4000. Заебал. Да, с таким лицем не страшно ходить в рейд. Слышь со мной хилить, как я ДЦ, видишь? Ну там надо 4 хила пусть тогда. Не дал конца. И никому точно холиковские не нужны, я пылю их. Да никому уже не надо, уже 100 раз могли сказать. Мало ли, вон там в обычке были какие-то травмы, может люди сегодня тут думают, не знаю. Это не мои уже проблемы, извините. Давайте берем ранцы все. Время, деньги, друг. Дашкина, бафните. Я запускаю. Никто не умирал, кстати, ни на ребре, ни на... На леди только руку. Только рога, да. В контроле. Вначале умирал Дашкин. Быстрее бы его одеть. Какие у тебя трини шикарные, так вон. Кому-то надо воля. Давайте, может, новую тактику придумаю. Делки, можешь перелететь сейчас на тот корабль? А весь рейд побьет вот этих оружейников, которые метки кидают на корабль. Очень раздражает. Прилетайте, бейте пока трэш. Бейте вот эти метки. Лимошка, ты там танчи. Почему рейд проседает? В смысле, трэш бьет рейд. Прилетайте все на наш корабль, бейте мага. Или бить оружейников? Да, улетать, оружейники мертвы уже. Да, уже новые появились. Ладно. Ну, по тактике их не надо перелетать, они постоянно баф стакают на себе, увеличивающий урон. У нас нет. А, кстати, раньше у них был этот баф. Они... Да, раньше был. Я вот заметил, кстати. У них значки добавлялись там. Что ли, лейтенант, что ли, капитан, типа того, что-то. Да, да. А мы без демона? Там что-то лог пишет. Или говорит в чате. Ну да, без демона. Это как-то неадекватно. Кто неадекват, струщит ПМ? Ну, Козырь, походу, он же второй лог. На чё он пишет, хоть бы покажи. У кого больше СПД? Облетаем, спекнешься, демона. Блин, я думаю, чё так ребром и долго... Бьем 13 лямов после вихря.
чё он летаем в Гримаре делает? Спек делает, что ли? Так, ну поставь шкаф Your Life. Сумманем топ-демона. Не, случайно. Дашкин, тебе надо счеты алтера? Чаты надо кому-то? На оф. Давай. Прилоплюсь. Держи. Ладно, держи, Дашкин, что ты? Чатки кому-то надо? Спасибо. Яра, заходи, я запускаю босса. Так, бейте просто трэш там еще. Мы не вайпались тут. Обновите каску поваром. Чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Вот, иди отсюда. Я не должен тебя вошлить. Хотите узнать, сколь могущественно на плеч? Во имя короля меча! Добейте луну. Если мы так будем трэш бить, мы вайпнемся.
земля обогрится вашей кровью. Надхил дайте. Давай сакру. Метки как-то странно просели. Так, ну Валя, никому не надо, я Дашке надаю, да? С матерью и предками. Помните о чести, герой. Защитничек. Жестока не была битва. Никогда не отрекайтесь от нее. Гоните, пожалуйста, ДПС. Просто интересно. Вчера было 344. Ты ему серьезно, 9к? Я все подряд жму, короче. Без камней, без всего. Бля, давай тогда. Я думал, у тебя нормальная такая, у тебя оказывается говно какое-то. Даже метод соки-то нет. Давай в танк спекнем. Кауда не АДК? Не АДК. Порубить. А, подожди. Без вара не будет крита, верно? Крика и Рыскова. А, никчем же есть. Топор рубить. Мизантроп, ты ж уже по факту печеньку вещь забрал. Или тебе что-то на навара надо еще? Можно я релогнусь на трэше пока? Да. Я пока не могу прочитать. Это заклинание еще не готово.
кстати, тут? А есть у кого Дживс? ДК у кого-то есть, просто у Деймоса не ДК, а фигня какая-то. Топовая ДК, ты чё? Сейчас камни ставлю, Дэм сделаю и всё. А если б тебе не сказали, то ты бы не вставлял, да? Да, блять, походу не вставлял. Если бы я не попросил ликануть ДПС, кто бы не заметил. Может, мы просто промолчали, типа? Ну, ШП фуловый, пуля на воле, 9к ДПС дает. Я вообще-то вылетел во время боя, если что, а потом зашел. Что так обрадовалась, думаю, посмотрю, как ШП по 6.5 ДПСит. Или вы не заметили? Полное разочарование. Буду говорить, дала ДПС больше, чем ШП 6.5. Никто ж не знает, что он вылетел. Он тоже слабый ДПС какой-то. Уйдите назад все. Кстати, я тоже была раз рогой. Здесь Стёп тоже яды не намазывал. ДПС вообще никакой. А с ядами 5,5, 10 падает в роге. Ну, какая роги. А я забыл, мне Дима. Димашка, забери еще раз. Наполили. Весело в последнее время в нашей гильдии. Рестки веселые. Или вообще? Рестки веселые. Люди видео снимают в чате. Какие-то обиженки на Джерриона, непонятно. Это я просто на дарвич попадаю. Так, давайте на рейндж в 3 ШП. Пуля на вылет, фрель, раш. First Life, Void Starfall, Лимошка 6 и 3 мага. Длиннухи поставь тотем на силу природы. Пожалуйста. Блин, рейнджевиков очень мало, поэтому, пожалуйста. Давай я на рейндже постою. Не, ты бей босса. Все, чек, ой, пул.
собственно. Так, лужа появляется, звездочка, уходи влево. Вот, Дашкин, прижми куш. Сейчас от коша, от глыбы уж не появляется слизни, да? Прибегайте за спину. О, прожмешь сейчас бабл. Прожимай бабл. Неужели ты крылья прожал только сейчас? Прибежали за спину. Опять лужа, двигайтесь. Так, за спиной прибегаем. О, лимошка молодец, забрал. Йоксиль, прожми незыблемость. Прибегайте за спину. Здорово, блинк есть. Забирай большого слизня. Гимн отхил кресты. Отбежали от лужи. Макрей, бабл. Дружище, где бабл? Блин, два паладина проебали уже. Забежали за спину. Так, взрыв. Отбежали. Отбежали на край. Не в лужу. Давай, Сакру. Кресты спели, гимн отхил. Давайте, все на рейндж выходим. Так. Что у нас по БРам? У нас тай БРов нет. Захиливайте рейд, так. Выбегайте с лужи. Милики могли бы и выжить. Особенно Пал и ДК. Я выжил. Так, бисовое тело на Холи Пала. Ёпты. Давай, я наспылю его. Объект. Дашкину. Ну, на мутика нормально. Там скорость одевай. Ладно, тогда давайте ролим объект за 10%. Отдай First Life. Я зачарил уже. Да нет, давай. Давай, да. Камни чарки не может передать. First Life передашь. Ох, эти рейды. Вот рыба. Каску дайте по приставам. Oh.
отличное облако газа. Только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Блин, заметили, что две споры подряд на кресте, который дальше всех от рейдов стал? Да, чего делаем? Вперед! Да, блядь, третий раз, а? Сука. Охлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже... И ножки ролить, ножки. Пуповые ноги. Да, не то. Так ты это ж объект забирал. Так, как колье надо, на ов кому-то. А, Эршами подойдет он. Хосты нету, но я думаю. Кому? Эршами. У меня просто СК-25 шея. Ну, Эршами можно так отдать. Надо. Поставьте шкаф. Запилите шкаф тут. Mm-hmm.
А какое колесо ВК с хостой? Да, там крит хаст, которое, но оно с экрана, не с ВК, оно обычное. Сколько СПД там? Там меньше СПД. Это будет лучше, там и там по 5 есть еще. Так, давайте распределим локов. Летаем, вешаешь проклятие на зеленого, First Life на красного. На первой фазе ждем зеленого из дня. Его убиваем, потом переводим босса. Достаем кружочки, чек на пол. Лимошка, ты знаешь, как замедлять? На первой фазе не замедляешь слизня, на второй фазе обоих замедлишь. Только замедляй как? Появляется слизень, он уже начинает кастовать скилл, и ты уже замедляешь его. Не ждешь, пока он уберет цель и уже побежит. До того, как выберет цель слизень. СС. Ну давай, он летаем на Джелис. First Life на Мараксуса. Кстати, вы заметили, у нас один БР в рейдит, поэтому не тупите. Так, лимошка, пей стол. Надо тотем на силу природы еще поставить. Начинаю бить босса, Гелд, начинай. Маги, прижимайтесь на переходке. Передавайте нормальную очку. Вынесите с мелизоны чуму. От полголы выноси. Полдамаг. Так, зеленый слизень выходит, встали в кружок РДД. Тылы не избегается в цель зеленого. Бля, переходку уже, ё-моё, забыл сказать, что надо стопать. Сука. Так, ну это скорее всего вайп. Давайте падаем. Я забыл сказать стопнуть. Испайте кофе, пожалуйста. Не надо диваны, давайте разбиваем сразу. Падайте и бегите. Я забыл сказать, что надо стопнуть. Дайду пару минут. Да нет, сейчас начнем травить. Да, диву надо. Нормально СС использовали.
Ты ночью хочешь опять на БГ идти? Не-не, я уже сделал, думал просто помочь кому-то. Давайте бафрейд. Во! Надо завтыкал. Да, будет в среду. Выходи в среду. Чек на баф. Да, что в последнее время, да, надоело. Летаем, готов. Ты, Мараксус, готов. Есть столик. Начинайте. Маги, не прижимайте копии, оставьте на переходку, на зеленого-красного. Здесь не нужен по ДПС босса. И давайте, чему там? Стопайте, блин, забыл опять сказать. Стопайте по боссу 5%. Стоят. 4%. РДД отошли в кружочек. 3%. Давайте все в зеленую. Милики отбежали в круг. Отбежали все в круг. Давайте в череп сбежались. Отлично, переводим. О, я еще ману забыл отрегенить. Давайте иннер мне кружочку. Так, на ком зеленый дебаф к столу в кружок, встали все. РДД с красным дебафом, потом сбегайтесь в кружок. Ой, в цель зеленого, точнее. Вот, сбегайтесь все в череп РДД с красным дебафом. Хилы отошли. Так, сейчас будем захиливать. Отбежали, в кружок отбежали все. На ком зеленый дебаф? Отбежали в кружок. Мне на красном. Не блинка сейчас. А, дайте на топора боб, умоляю. А, сука. Падайте. Интересно. А, не повезло. Кто сейчас красного бил? Паладины какие-то били? Вот Макович, что-то не... Мог посмотреть с мимо цели и дать бо по этой цели. Да. Никто бы сейчас не упал. Thank you.
Рога 5.2 догоняет по ДПСу мага. Есть какой маг АГС? Маг почти 6 КГС догоняет. И ретрика. Тора у нас 6.4 почти. И Йоксельдраны тоже 6 КГС. То есть уровень такой. Да, если бы все дамажили как на Экист, проносили за час 25 ссылка. Так, ну давайте распределим бопы. Маковей, если я скажу смена цели красного, ты бросаешь все и смотришь цель красного, кидаешь на него боп. Второй боп на нетнекист уже, на третьей фазе. Хотя, если чего, помогайте тоже. Вдруг Маковей прослакает. Давайте бафы. Тирейд. Вчера ДПС был 345, но падали хуже, чем сегодня. И сегодня больше погоны. Еще не вечер. Еще не лич. Лич легче, чем проф. Демос, ты готов? Да, просто оптимизм. Надо сбегаться. Пей столик, лимошка. Крест, дайте пополам. Кто вообще бафает? У нас 5 человек. Да не, 316 по ДПС можно спокойно лича убивать. Давай, начинайте, делать, начинай. Тотемы просто. Да, вот там. Ничем, выноси чему в РДД зону. Разгоняйте чему, вы получаете дебаф. Топ ДПС, наверное. Топайте ДПС, бля, я третий раз забываю уже. Топайте ДПС. 3%. РДД встали в кружочек. Миники отбежали в кружок, а не надо. Бежались в кружочек все. Бежали от лужи. Отбежали в круг. А, все нормально. Переводим босса. Встанешь сам. Залили иннер к этому квадрату. Зеленый к столу, красный бьем красного уже сейчас. Бафы по шаману. РДД с красным дебафом сбежались в цели зеленого. Отбежали. Смена цели красного. Макрей, смотри. Смена цели красного. Внимательно. Кирилл, давай гимн отхил. Что-то мы не вывозим. Ну, бля, ну где боб? Ну, пиздец. Гефестим, ты не мог на себя боб кинуть? Это пиздец. Нахер вообще его было стоять бить? Ну, это ГП. Зачем ты стоял под красным слизнем со сменой цели? Ну, шутить хотел, наверное. Хоть гимн не успела отдать.
я убью его один, да? Ну, потому что ты в этом лапе виноват, остальные не виноваты. Ты мог на себя боб дать, а вар не может на себя дать боб. За разговоры дополнительная группа сейчас будет. Я лучше жизнь 200 гп может. Так, ладно, теперь, если с этого трая бой паладин, который не успевает кидать боб на цель, с красным слизнем после смены получает тоже ГП. Абсолютно все паладины. Красный слизень меняет цель, милики отбегают,